Всем привет, дорогие друзья! Привет! Как вы видите, за нами находится крепость Алании, и она вся горит такими красивыми огнями. Это значит, что сейчас вечер, и мы с вами идем гулять по вечерней Алании. Сегодня у нас 27 октября. В общем, покажем вам, как выглядит центр Алании в октябре месяце. А небо выглядит вот таким вот образом, и только что сверкала молния. Посмотрите, какие тучи. Но у нас есть зонтик. Я надеюсь, что мы с вами успеем прогуляться и увидеть что-нибудь интересное. Сейчас мы находимся в районе Пятничного рынка. Вот именно здесь проходит тот самый рынок, на котором вы покупаете всякие разные фрукты, овощи, оливки, приправы, сладости и так далее. Ну а когда рынка нет, вот вы видели, сверкала молния. Ну а когда рынка нет, здесь находится парковка. Ну а мы с вами идем в центр. Сейчас мы с вами дойдем даже до пляжа и посмотрим, как море выглядит перед самой грозой. Я думаю, что вам тоже интересно посмотреть. Вот так вот выглядят боковые улочки около Пятничного рынка. Здесь парковка. Дальше расположен огромный рынок, где можно купить различные футболки, одежду, штаны, обувь и так далее. Ну и, конечно же, сувениры и так далее. На пляже уже собрали все лежаки, потому что сегодня днем был сильный дождь. Ну, в общем, как вы видели, сверкают молнии, и, возможно, будет дождь, поэтому на пляже все лежаки собрали. Ну и вот такая вот панорама отсюда открывается с самого центрального пляжа в Алании, который находится в самом-самом центре города. Сейчас прогуляемся с вами немножко по набережной. Вот это кафе принадлежит Ассоциации рыбаков Алании. И здесь можно выпить чай, кофе и съесть тосты и балык экмек. Это рыба в хлебе с видом вот на такую потрясающую панораму. Я думаю, что многим из вас этот вид уже знаком, потому что я показывала его не один раз. Ну и, конечно же, здесь стоят припаркованные, пришвартованные всякие разные лодки рыбацкие, которые выходят на ловлю рыбы ночью. Ну а там дальше стоят яхты прогулочные.
На набережной не так много народу, но все еще продают мидии. Мидии стоят 1 штука, 1 лира. И продают вместе с лимоном. Ну и, конечно же, кукуруза. Кукуруза сейчас стоит... Кукуруза сейчас стоит... Сейчас нам покажут. Кукуруза стоит 5 лир. 1 штука. Все прогулочные яхты раньше стояли вот здесь. Но сейчас их очень мало, потому что на зиму их отводят в порт, который находится за горой, для того, чтобы отремонтировать, что-то подлатать. Ну, в общем, на ремонт. К концу декабря здесь будет стоять очень-очень мало яхт, потому что все отправятся либо в Аланийский порт на ремонт, либо в Манавгат на ремонт. Останется, ну, пара яхт, которые будут ходить зимой, но поскольку зимой шторм и не так много туристов, яхты отправляются на ремонт. Их когда-нибудь, кстати, мы с вами сходим в порт, именно когда вот такие яхты ремонтируют и когда отремонтированную яхту спускают на воду. Это, кстати, очень интересное событие, поэтому я думаю, что вам будет интересно. Если вам будет интересно, обязательно напишите комментарии. В этом парке мы также с вами были очень много раз днем. Ну, а вот так вот он выглядит вечером. Несмотря на то, что близится зима, зимой здесь тоже высаживают очень много цветов. Ну, в общем, в Алании всегда зелено. Раскидистые красивые пальмы здесь, и написано: есть только одна Алания. Народ смотрит футбол в кафе, но вот эти пальмы, они раньше были не такие раскидистые, но за 10 лет, пока я здесь, очень сильно они, конечно, выросли и стали вот такими вот шикарными. Здесь есть у нас всякие разные аттракционы и один красивый парк, в котором мы с вами тоже очень часто были, но еще раз ходим ночью. Здесь кошачий домик. Котиков пока не видно. Но... А, вон один сидит. Гель? Ой, какой маленький, красивенький. Нет.
очень много цветов и парк, в котором фонтан выключили уже, нет? А, ну, практически выключили. Фонтан уже здесь только с той стороны немножко слышно. Вот такая вот осень в Алании и пальмы. Посмотрите, какие красивые пальмы. Пальмы, конечно, огромные. Здесь еще небольшой фонтанчик. И постепенно мы с вами выходим на главную площадь. Ну а сейчас покажу вам, как этот парк выглядит днем. Здесь одна из пешеходных улиц, которые постепенно закрывают для транспорта. Пока здесь запретили парковаться машинам, только есть парковка для мопедов. И на деревья повесили вот такие вот LED-капельки, трубочки, вот такие трубочки, которые, когда по ним проходит свет, похожи на светящиеся капли, как будто с деревьев капает вот такой вот свет. Так вот выглядит вечерняя Алания в конце октября. Мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилось это прогулочное видео. Всем добро пожаловать в Аланию, в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Приезжайте в Аланию.
Ну что, друзья, в Алании наступила пора дождей, и теперь в неделю несколько раз у нас будут идти дожди от очень сильных до вот таких вот слабых. Даже не могу выйти дальше на балкон, потому что идет сильный дождь. Вот такая вот у нас погода сегодня.